Добрый вечер, дорогие бельчане. Добрый вечер всем гостям нашей северной столицы. Мы сейчас провожаем 2019 год. Год, который был для многих хорошим, для некоторых был плохим. Но это был для меня очень важный год, потому что именно в 2019 году я смог вернуться к вам. Теперь я нахожусь рядом с вами. Мне очень приятно, что могу вас поздравить, находясь с вами, а не находясь в тысячах километрах от Родины, как это было. В этом году очень многие ждали изменений, и некоторые из них произошли. В этом году мы должны оставить все негативные эмоции, мы должны оставить все плохие воспоминания и должны сделать с вами все для того, чтобы в 2020 году у нас было все по-другому. Я хочу поприветствовать от вашего имени, от своего имени всех тех, благодаря которым сегодня мы празднуем Новый год, но их нет с нами, их нет рядом со своими семьями. Сотни тысяч людей сегодня, к сожалению, находятся за границей. Я знаю, что нас тысячи людей смотрят в социальных сетях, поэтому мы хотим поприветствовать их. Я хочу поприветствовать каждого человека, который сейчас находится на работе. Это сотрудники полиции, это пограничники, врачи, работники троллейбусного управления, которые сегодня работают всю ночь, чтобы люди могли быть здесь. Я предлагаю поаплодировать всем тем людям, благодаря которым... Вы знаете, Бельцы уже не первый год является новогодней столицей Республики Молдова. Мы и впредь будем оставаться примером для всех. Я очень хочу, чтобы в 2020 году воссоединилось как можно больше семей. Я не хочу видеть больше грустных, одиноких детей, у которых родители находятся за рубежом. Я приложу все свои усилия для того, чтобы наш город с каждым месяцем становился все краше и лучше. Я приложу все свои усилия для того, чтобы реализовать и мечты, и пожелания каждого из вас. Потому что то, что мы начали с вами делать, это огромная работа, и в этой работе должен участвовать не каждый бельчанин, не каждый житель нашей страны. А начасто сяра врал распечал с мулцумеск паринцелурмей, паринцелур, латос паринций, кариаста зноеве. Брауселе дореск санатати букурии феричилево. Брауселе дореск емоси позитиве тутурор. Четатенило Републичи Молдова ши кумампромис вольфачи тот посибилка емоси позитиве ндоуми доузеч сепредомини лачеле негативе. Я буду продолжать все то, что мы с вами начали. Я очень надеюсь на то, что у нас с вами получится вместе показать всем то, что мы показывали уже не один год. А мы показывали с вами, что, дорогие друзья, что Бельцы рулят. Огромное вам спасибо. Всех с наступающим Новым годом. Я рад, что тысячи людей приехали сегодня из других районов. Я рад, что очень много бельчан. И то, что мы сегодня находимся в 12.00 и встречаем Новый год на площади, это говорит о том, что мы с вами реально большая дружная семья. У нас... Игнат Георгиевич, у нас осталось 2 минуты до наступления 2020 года. Давайте проведем его, конечно же, в наших мечтаниях. Давайте загадывать желания заветные вместе с вами, вместе с нами. Ну, вы знаете, я все-таки предлагаю другое. Можно показать всю площадь? И мы поздравим с Новым годом всех наших гастарбайтеров, всех тех, которые находятся за рубежом, тех, кто находится на рабочем месте. Я считаю, что... Ребят,
Вся страна должна видеть ваши руки. Вот. Это будет самая красивая картинка и поздравление с Бельской площади для всех жителей страны. Мы с вами провожаем, у нас, я так понимаю, пошел последний отчет. У нас последняя минута 2019 года. Как я говорил, мы оставляем все плохое в 2019 году. И с 1 января 2020 мы только хорошие. Поехали! Обратный отчет у нас, ребят!